Приветствую, дорогие друзья. Видеотекарь, охотница, карта Гедеон. Поехали. Хорош. Конченые. Да. Блин. Сетка. Не-не-не, я бы за туннелем. Хэ, дурак, что ли? Ёлки-палки. Сраный Гедеон. Крюков не найти. И правда, почему срывы его обузят? Прям непонятно. Делайте, что хотите, только не заводите. Смотри, интересно. Должно быть обидно ощущать себя бесполезным.
Блин, сейчас антикем система сработает. Ладно, одного добьем. Именно поэтому я с кайфом играю за охотницу. Именно поэтому за нее больше всего каточек. Ну, так же, как за Немезиса и за Траппера. Потому что этот мат работает, и при этом он не противный. Жаль, конечно, что совершенное оружие убьют, но ничего страшного. В этот билд идеально подойдет крюк Садаки. Вместо совершенного оружия. Это еще приятнее. Наверняка он Гидеон и взял. Давайте проверим. А, не. Микаевочка. Слабоватенько, Микаевочка. Можно было бы и получше. Ну а с вас, ребятушки, лайк, комментарий, подписка. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!